Мы до вчера си расходовали. Что ты видел? Вы же камни ложили, разбрасывали. Строители, которые подойдешь к ремонту, тебе скажут, что это было. Нет, зачем? Иди у него спросить. На тропинку, вот сюда вот. Тропинки вот. Мам Лекова здесь с КАМАЗами. Вы еще мусор там накидали. Мы молчим про вашу гипонину. Слова не говорим. Хотя преимущество здесь у психофона. Давай отсюда, эй! А вы что как ругаетесь-то? Чего? Вы что делаете-то? А вот это вот все теперь пойдет в полицию, понятно? Что, Зайс, какой мусор? Иди сюда. Пошли, вы поняли? Мужчина? Не, мусор там где? Где вы видите мусор? Пошлите, покажу. Вы что так возмущаетесь? Мы там дорогу взяли, блядь. Нет, мусор. Вам не про эту дорогу, а того там тротуар что-то что накидали. Даже с коляской там невозможно пройти. Мусор просто уберите и все. Так что здесь невозможно ходить с ребенком по дороге. Нет, я просто вам говорю. А ты ему сколько... Вот не первый раз я даже говорила. То, что даже просто КамАЗ чисто убрать. А мужчина, понимаете, он сам. Он и еще кто-то здесь машины стояла, бросали вот эти вот камешки на дорогу. Да, это хорошо, я не спорю, блин, чтобы грязи не было. Но вот это вот большое, куда это убирать? Но это тоже ведь не дело, сами же понимаете. Вашему супругу скажите, чтобы матом не разговаривать. Ну не он же, нет, ну не он же первый начал. Но он же ебанина, не ебанина. Ну не он первый начал. Мы же аккуратно, культурно разговариваем. Это все в полицию пойдет, так что учтите. Ебаный КамАЗ, блядь, ебаный. Я не сказал ебаный вообще. А что ты сказал? Я сказал ебанина. Ебанина? Загугли, что это такое означает. Слово ебанина. Загугли, что означает. Ебанина — это что-то большое. Все, не более. Ты аккуратно разговаривай. Литературы нету ебанина, понял? Кто, я оскорблю кого-нибудь? Это сколько оскорблений в мой адрес? Нет, не пришел сказать. Сколько оскорблений? Кто кого оскорблял? Пришел, матерился. Ну у нас видео есть, чего вы?